В вашей свите не хватает кислотных мест. В вашей свите не хватает кислотных мест. Вот такое вот извращение Хазарова придумало. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Игрион, меня зовут Акимов Денис. Я обычно снимаю обзоры на конструктор Лего, и у нас на канале небольшой перерыв на обзоры на конструктор Лего. Но совершенно случайно мне написали из пресс-офиса Хасбро, и сказали: Денис, мы тебе пришлем крутую игру, расскажи о нее, покажи, что это за игра, что за игра и так далее. Я подумал, блин, ну, в принципе, настольные игры я уже давно не снимал, и вроде как это не актуально у меня на канале, но, посмотрев рейтинги обзора на монополию Спанч Боба, на монополию России, на монополию юбилейной версии, которая у меня выложена на канале, там... Видимо, ребята из Hasbro решили, что имеет смысл рассказать и на канале про Лего, про эту настольную игру. А даже и настольная игра, это, наверное, Party Game. Я сказал: да, ребят, ну давайте присылайте, я и расскажу, и поиграю с друзьями. Пока я в эту игру с друзьями не играл, но в ближайшее время мы планируем это сделать. Прислали письмо, и тут написано: дорогой друг, теперь свои встречи с друзьями станут еще веселее. Встречай новую игру, взорвавшую интернет, скажи, если сможешь. Взорвавшую интернет по причине того, что один из американских блогеров снял на самом деле крутой обзор, и вот вставочка из него с процессом игры. The mailman is a tad liar. The mailman is a tad... The mailman is a tad liar. The mailman is a tad... Had. Hasty. Hasty evil. Hasty evil. Hasty. Pasty? Nino. Meatloaf? Lunchbox is held with... One more time. My lunchbox is filled with Alice. Your what is filled with what? Суть игры, с одной стороны, очень проста. Объяснить как можно больше слов своей команде, однако не все так просто. Ты должен проделать это с загубником во рту. Вот он, специальный загубник, здесь изображен на двух этих ребятках, да, и парень, и девушка, который не дает сомкнуть губы и внятно проговорить предложение. Надевай загубник, вытягивай карточку и попробуй объяснить друзьям дурацкие фразы типа «попугаи пугаются перламутровых пуговиц». О боже, я, честно говоря, даже без загубника как-то тяжело это выговорил. Звучит элементарно, но сделать это не так просто. Незабываемый вечер в кругу друзей, масса смеха и положительных эмоций гарантирую. Но вы видели видео. Прими вызов от Hasbro, скажи, если сможешь. Это название игры, собственно, скажи, если сможешь. И тут язык такой, зубы. Наши хэштеги: Hasbro игры, скажи, если сможешь. Челлендж. С уважением, пресс-офис Hasbro. Спасибо, ребята. Что ж, давайте эту игру откроем и посмотрим, как она выглядит внутри. Но я, как обычно, не подготовился. У меня нет над собой ни ножика, ни какого устройства. Но я вот такой, у меня волшебные пальцы, я ее рву. Скажи, если сможешь. От 6 лет или от 16 лет, да, от 6 лет. Хотя, кстати, я видел видео на Ютубе, где в нее играют дети, которым лет 7-8. И, кстати, играть в эту игру может от 4 до 10 игроков. Смешная игра на артикуляцию звуков с загубником. На самом деле-то, ребятки, это Party Game, и она призвана продолжить серию таких популярных игр, которые взорвали интернет. Это Activity. Какой интернет они взорвали? Боже, я уже заговорился. Они взорвали, конечно же, они взорвали настольные столы. Они взорвали столы, за которыми играют в игры. Почему? Потому что Activity — это популярная игра от Mattel, по-моему. Нет, Aelias от Mattel, а Activity, я уже не помню от кого. Но суть в том, что это вот продолжение этой серии. И, блин, мы в последнее время играли в игру, я не помню, как называется. Там очень много карточек со словами. Они постоянно одна и та же колода ходит. Но сначала нужно объяснять словами, как в Aelias. Потом ей объяснять надо с жестами и одним словом, а потом только жестами и там изображать. Ну, я не помню, как называется. Code Names, по-моему, или что-то такое. Неважно. Сегодня с нами вот эта игра. Давайте посмотрим. В общем-то, так он, фронтальная часть у него выглядит. Так у него выглядит оборотная часть. Все, что здесь вложено. И этот парень, афроамериканец, он у него... Кстати, да, знаете, такой момент. В эту игру играть в компании можно, если только у вас нет, наверное, проблем с зубами. Потому что у кого с зубами проблемы, мне кажется, будет несколько неуютно, стесняться будут люди. Да, сделано в Ирландии, кстати. Вот за что Hasbro я люблю, за то, что все у них очень качественно.
Как вставить загубник? Держи загубник так, чтобы более широкая сторона изогнутых крыльев была ближе к рту. Угу. Возьмись за ручку на загубнике обеими руками, скользящим движением ставь одно крыло между губами и зубами с одной стороны. Боже, не прикусывай. Используйте загубник только так, как описано в инструкции, доставая его изо рта после окончания своего хода. То есть постоянно сидеть с этой штукой нельзя, как сидели в том видео, ребята. Уход за загубником. Перед первым использованием, после каждого последующего использования, промывай каждый загубник водой с мылом, гигиеническим лучше. Убирай после только сухие загубники, то есть надо им дать просохнуть. Вы рекомендуем хранить их в многоразовом закрывающемся пластиковом пакете. Надеюсь, есть ее, где он в комплекте. Зарабатывай карточки, успешно угадывай фразы. Ну, понятно, на самом деле. То есть, кто больше слов угадает, там можно, в принципе, по-разному генерировать процесс. То есть, можно команда на команду, человек против человека и так далее. Тут не так уже это все критично. И, собственно, что у нас в комплекте? Так, вот это вот, видимо, многоразовый пластиковый пакет. Как обычно, это песочные часы, которые дают тайминг для того, чтобы определять время. Так, тайминг здесь написан. Нет, кстати, написано на коробке «Сделано в Ирландии», здесь написано «Made in China». Ну, окей, окей. Ну так, что здесь пишут у нас? Что у нас здесь пишут? Внимание, в целях безопасности хранить этот мешок вместе, недоступный для детей. Ну, понятно, короче, вообще банальщина какая-то. Так, здесь склеен обычным скотчем. Интересно, комплектующие сделаны в Китае, а «Сделано в Ирландии» написано на коробке. Это значит, типа, в Китае все сделали, привезли в Ирландию, там спаковали? Блин, как-то странно все это. Собственно, загубничек-то вот он как выглядит. И честно говоря... я понял. То есть вот тут будут уголки вашего рта. То есть вот уголок рта, он вот здесь у вас находится. Тут и тут. И вот, блин, я сейчас вставлю, правда, не на камеру, и попробую что-нибудь сказать. Попробую сказать, что я снимаю обзор на игру для Hasbro. Так, широкий... Ага, вот так. Это не просто. Подождите, парни. Это на самом деле челлендж такой интересный. Сейчас я попробую включить камеру, чтобы было меня видно в фронтальной части вашего компьютера, где вы меня будете видеть. Вот он я, и я пытаюсь ставить вот этот загубник себе в рот. Держите загубник так, чтобы больше... Возьмите за ручку на загубнике обеими руками. Скользящим движением вставь одно крыло между губами и зубами. И одной стороны так, чтобы коснулся... Как я уже сказал, нужно, чтобы у вас были красивые зубы, ровные, чтобы не было дырок у них. Ну, давайте я скажу какое-нибудь слово, например. В вашей свите не хватает кислотных мест. В вашей свите... Не хватает бесплатных мест. Вот такое вот извращение Хазбро придумало. Ого, тут все есть восклицательный знак и вопросительный. Вас все время целует Гло. Вас все время целует Гло. Ставьте на руки. Это действие здесь не... Так, сейчас, парни. Я понял. Вот что получается. Скажи, если сможешь. А давайте герою объяснить вам. Господи. Зубы сложно. Знаете, это, кстати, классная штука. Вот это классная штука, чтобы чистить зубы. Господи. Сейчас я буду объяснять слово, давайте. Математика противопоказана детям во время каникул. Фехтовальщик пригласил противника поедать. Фехтовальщик пригласил противника пообедать. Математика противопоказана детям во время каникул. Короче, вот такие вот боксы, часы, сделанные в Китае. И давайте посмотрим на карточки 16-го года. Кстати, еще на коробке было написано еще теперь 10 загубников. И странно, потому что раньше этой игры я не слышал об этой игре. Я не знаю, сколько было раньше загубников, ну ладно. Давайте посмотрим, собственно, то, к чему я обычно придираюсь. Это качество карточек. Сейчас.
Потому что я очень люблю карточки, которые такой рифленостью подлен сделаны. Сейчас мы посмотрим, как здесь все происходит. Самый дешевый, самая дешевая бумага используется в этой игре. Она отвратительного качества. И уголки острые, и мешать это все будет не очень удобно, я считаю. То есть карты здесь отвратительные. Вот. Что ж, вот такая вот игра. Я попробую к друзьям вырваться на выходных и снять игровой процесс, так же, как мой американский коллега-блогер из Америки. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх, покупайте эту игру. Она, на самом деле, я думаю, классная. По игровому процессу все понятно было. Ну, которое я видео ставил. Снимается легко. Одевается. Вот так вот. Нужны красивые зубы для этой игры, конечно же. Надо огромное вести стрим, прямой эфир. Чтобы подписчики угадывали какие-нибудь слова, которые надо говорить. Это будет забавно, мне кажется. Если хотите, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, если хотите стрим вот с этой ерундой. Онлайн-игра будет.